Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. Сегодня мы расскажем о том, на что обратить внимание при выборе штор для детской и для спальни. Лучше всего для этих помещений подойдут натуральные ткани – хлопок, лен, вискоза. Но не стоит забывать и о эстетической стороне вопроса. Для детской подойдут ткани с яркими принтами или вышивками. При этом их хорошо комбинировать, используя более спокойные и динамичные рисунки. Современные фабрики предлагают коллекции как для девочек, так и для мальчиков, но мы рекомендуем использовать более нейтральную стилистику. Детской ткани хорошо поддержать дополнительными аксессуарами – подушками, конфетами и даже покрывалами. Еще один важный аспект для детской – это практичные ткани. Лучше выбирать вариант, который можно стирать при температуре 30 градусов. Для спальни лучше всего использовать более спокойные ткани с мягкими тонами. При этом не стоит избегать оригинальных решений. Они просто должны быть приятного цвета. Спальни можно использовать как портьеры, так и гардины. При этом портьеры лучше использовать с плотной тканью, даже с эффектом блокаут, когда солнечный свет через них вообще не проникает. Гардину для спальни можно использовать с полупрозрачным эффектом. Это придаст больше уюта. Не забудьте, при выборе штор для вашей спальни, как правило, из этой же ткани заказывайте покрывало.